Из павлодарского дома юношества из-за пожарной тревоги эвакуировали 30 детей. К счастью, это лишь сценарий учения. Ребят также научили пользоваться огнетушителем. Подробнее в следующем сюжете. Специалисты из управления ПЧС часто проводят подобные мероприятия. Очередную встречу устроили в доме юношества ЖАС «Урпак». Детям рассказали о том, какие действия нужно предпринять во время пожара и как предотвратить возгорание. Провели эвакуацию детей с включением автоматической пожарной сигнализации. Показали, как пользоваться правильно первичными средствами пожаротушения огнетушителем. В ходе учебной тревоги были эвакуированы со здания 30 детей и 7 человек персонала. Ребятам также рассказали о возможности устроиться на работу пожарным, об обязанностях и критериях для службы. Мы разъяснили принципы поступления на нашу службу и зачисления в Академию гражданской защиты ребятам, которые хотят связать свою жизнь с органами гражданской защиты. Стоит отметить, что среди собравшейся молодежи были и те, кто проявил интерес к выбору профессии. Артур Поляков, Мульдыр Загидалла, Дусамбек Тукай, Иртыс Акпарат.